После Женевского саммита Джозефа Байдена и Владимира Путина Польша потеряла уверенность в том, что Белый дом намеревается отстаивать ее интересы в Европе, в пику России и Германии. При этом ряд польских политологов считают, что Байден в этом отношении проводит менее последовательную политику, чем Трамп, не пренебрегавший интересами Варшавы. По мнению польского профессора Мечислава Рыбы, хотя в США и делают ставку на ФРГ, но это может измениться. При этом явно заметно, что Байден мало обращает внимание на такого союзника Америки, как Польша, и налицо расхождение интересов двух стран, что было сложно представить в годы президентства Дональда Трампа. В Соединенных Штатах мало ценят то, что Польша – единственная сила, способная противостоять возможному союзу России и Германии. В беседе с журналистами издания NES «Дзенник» эксперт отметил, что Вашингтон фактически бросает Центральную Европу в тесные объятия Берлина и в определенной степени отдает под влияние Москвы и на милость последней. Как известно, россияне обязательно воспользуются моментом, когда кто-то уходит с поля действий, когда дает им больше свободы, подчеркнул профессор. При этом он добавил, что поляки в последнее время все чаще сталкиваются с киберугрозами, исходящими от россиян. Тем самым Россия, как считает Мечислав Рыба, демонстрирует свою силу и способность сеять хаос и внутренние конфликты.